что я заносить-то народу могу? Горячую двойду. Конец какого остановит. А можно было не заносить, народу да. Мало. Чисто по привычке. Привычки. Заходим, братья и сестры, активнее, заходим. Ноги устали, здесь присесть можно. Мест много еще свободных, заходите. Три скамейки еще. Ну что, заходим, заходим, братья и сестры, заходим. Все мы пойдем. Все пойдем. Мы сейчас придут и будут стоять. А ты что, одна? Да. Что с братьями? Ну что? Ну, сами большие. У них такие головы уже. Тяжело большое, но не знаю. Что там, кого-то плохо? Давайте все сюда, не будем набиваться. Проходите сюда уже дальше. Заходим, заходим, вместе, братья и сестры, заходим. Сестры, заходим. Царю небесный, утешителю души истинный, и везде сей, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, иди все весерны, и очистимы от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Господь наш Бог, именем Господа Иисуса Христа молим Тебя, прибудь нами, благослови наше собрание, чтобы мы следовали строго по окровавленным Твоим стопам, не уклоняясь ни влево, ни вправо, чтобы никто из нас не перелазил через Инди, но через, входили в двери, через Твое Святое Писание уверовали, им же всегда руководились в проповеди и во все дни жизни нашей. Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Брата вроде нет, он хворает. Какое место возьмем? Сегодня евангельское чтение или апостольское? Апостольское у нас сегодня Иоанна и евреям, вернее, евреям. Апостольское, наверное, возьмите. Евреям. Игнат Тихонович сегодня говорил про... Евреям у нас два фрагмента у нас. Давайте вот это возьмем. Евреям первая глава, 10 стих. С 10 по 2 главу 3 стих. Евреям. Иди читай. Иди читай. А что это? Ну а что ты? Почему не ты? Я спрятался. Ну вот не прячешься. За три ногу. Тарасе надо было попросить. Пусть Тарасе бы читал. Евреям, первая глава. Десятый стих. Евреям, первая глава, 10 стих. «И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих, толкование. Дабы Ты, слыша слова, когда вводит первородного во вселенную, не подумал, что это дар, данный ему впоследствии от Отца, показывает теперь,
что Он Творец Вселенной не в последнее время, но издревле. Это также против Павла Самосадского и утверждает, что Христос прежде Марии, так как Он Творец Твари. И против Ария, считающего Его помощником или лучше орудием, так как выше было сказано, через которого и веки сотворил, стих 2. Вот здесь он и представляется Творцом. Смотри, как соединяется вместе учение о несозданном существе и учение о домостроительстве. Иногда по причине первого высокое, иногда по причине второго низкое. 11-12 стих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшает, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Толкование. Внушает нечто важнейшее, чем творение, именно изменение мира. Все изменится, истление в нетление, и так легко, как если бы кто свернул одежду. Если же так легко он совершит изменения и преобразование мира в лучшее, то мог ли он при первоначальном образовании мира иметь нужду в ком-нибудь другом? Немалое утешение здесь для бедствующих верующих знать, что дело не останется в таком состоянии, но получит преобразование, что тот, кого они почитают, живет и всегда будет жить, ибо лета твои не кончатся. Тринадцатый стих. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих по ноже ног твоих? Толкование. Вот он опять ободряет их. И подлинно, не будут ли поражены враги их, а враги их также враги и Христа. Не потому, что Сын бессилен, говорится, что Отец покорит врагов, ибо Сын, который будет судить там, тем более мог бы воздать им здесь. Но чтобы показать, какой честью Отец почтил Сына, что Отец гневается на врагов Сына, не знак ли это чести? Не знак ли это великой любви к Сыну? Об этом же пространстве сказано в первом послании к Коринфянам, о чем здесь замечено, а тыщи там. Евреям 1 глава 14 стих. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Толкование. Возвышает умы слушателей, показывая великое попечение о нас Божие. Если даже ангелов, превосходящих нас, поставил он служить нашему спасению, кажется, также нападает на некоторых, воздающих сверхдолжное почитание ангелам, и в особенности на всех вообще евреев, преданных данному через ангелов закону и служению их дню, даже предпочитающих их Христу. И так говорит: не служите им, ибо они сослужители наши. Посмотри, какое небольшое различие полагает он между тварями, хотя большое расстояние между ангелами и людьми. Однако он поставил их близ нас, ибо твари немного возвышаются над тварями. Послужили же ангелу много и в Ветхом, и в Новом Завете, когда помогали Иосифу советом, Матфея 1 глава 24 стих. Когда благовестили пастырям, когда сидели при гробе и возвещали воскресение Христово, и когда поучали, что Он придет таким же образом, как и вознесся. Ангел являлся Корнилию, Деяния 11 глава 13 стих, Филиппу, Деяния 8 глава 26 стих, Петру в темнице, Деяния 12 глава 7 стих. И вообще бесчисленное множество таких примеров. Заметь, что ангельское дело служить спасению людей больше же делу самого Христа. Посему не должно пренебрегать таким служением.
Евреям 2 глава 1 стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Толкование. Так как говорит настолько велико превосходство говоривший нам Сына перед пророками и ангелами, служителями Ветхого Завета, то сказано им должно внимать больше, чем закону. Но прямо он не сказал этого, чтобы не поразить их вначале. Он предоставил им делать заключение об этом из последующего. Говорит это, не сравнивая Ветхий Завет с Новым. Нет. Но против мнения тех, которые с силой, с большей славой отзываются о Ветхом Завете и пренебрегают Новым. Чтобы не отпасть. То есть, чтобы нам не погибнуть. Выражение заимствовал из притчи. «Сын мой, — говорит премудрый, — не упускай». Премудрость, притчи, 3 глава, 21 стих. «Выражая легкость от падения и тяжесть погибели, ибо отпадшее трудно восстановить». 2 стих. «Ибо если через ангелов возвещаемое слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, толкование, вот он открывает свое желание». Под словом, сказанным через ангелов, нужно разуметь или 10 заповедей, ибо справедливо, что тогда присутствовали ангелы, которым верен был еврейский народ. Они и производили трубные звуки, огонь, мрак и прочее, как говорится в послании к Галатам, преподан через ангелов. Галатам 3 глава 19 стих. И в другом месте. Которые приняли закон при служении ангелов. Деяния 7 глава, 53 стих. Или под словом должно разуметь все повеления в Ветхом Завете, преподанные через ангелов, как, например, на месте плача во время судей при Самсоне. Судьи 2 глава, 1 стих и 13 глава, 3 стих. Поэтому и не сказал закон, но слово, чтобы обозначить это. Итак, все это твердо, то есть было истина, и угрозы приведены в исполнение, и ничего из этого не пропало. Не так, чтобы одно получило, а другое нет, но всякое, и ничто не осталось ненаказанным. Наказание называют воздаянием, и хотя это слово употребляется в хорошем смысле, но апостол не заботится о выражениях. Третий стих. Но так как мы избежим, вознеродев, то как мы избежим, вознеродев от толиком спасения, которое был сначала проповедан Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него толкование. Там слово, здесь спасение. Если и там было спасение, то невеликое. Избавлялись от неприятелей и получали земные блага, здесь же далеко большее. Поэтому и сказал атоликам, ибо разрушение смерти, гибель демонов, Царство Небесное, все это приходит вам по слову Сына. Придавая достоверность своим словам, говорит, что спасение это возвещено не через пророков или ангелов, но от самого Владыки всех. От самого Источника получило начало. Затем распространилась и среди нас истина и вера через самовидцев слова и слуг. Об этом и Лука говорит, Лука 1 глава 2 стих. Они твердо наставили нас. Как же в другом месте апостол говорит, не от людей слышал, Галатам 1 глава 12 стих. Потому что там важно и необходимо было настоять на мысли, что он не учился у людей. Ибо его осуждали, что он не слышал Господа. И потому он подвергался опасности, что его проповедь не будет иметь веры со стороны его учеников. А теперь нет такой нужды в этом. Ибо не евреям он проповедовал, не у них. И осуждали его, что он учился у людей, а не у Христа. Слава тебе, Господи. Слава Богу нашему, слава веки. Аминь. О болящих
услышали, перечень был обширный. Кто не упомянут, скажите, о ком нужно еще молиться. В молитвенной поддержке было упомянуто имя Анастасии, которая оперирована была. Нет никакой информации, как она? Все выписано, все нормально, да? Агнюша заболела у нас, болеет. Ну, была упомянута. Валентина Павловна звонила, она тоже болеет, действительно болеет. Так, ну и о Дмитрии снова молимся, о Зоином, об Алексее, о Константине, Александре и Вадим болеет. Ксюша, может, надо... Ксения? Позовите ее. Вот так. И я сразу скажу, или еще болящих, вроде болящих, что Виктор звонил, это Надя просила. Ушла. Что Виктор Савченко звонил, всем поклон низкий передавал. Спасибо, Иисус. О чем звонил? А? Ну, просто позвонил, что это молились. Нет, в молитвенной поддержке его... была его просьба о том, что молились, чтобы его дети прошли успешно очередную аттестацию, учащиеся на дому. Все было благополучно. Так всех благодарит за молитву. Так Третьякова Юля, что нет на ее работе. На работе. Да. Ее, а Игорь все еще там. Да, да, да. Вот тревожит только, что детей-то они опять туда, к родителям. Ну, правильно. Ну и в разные времена. Так. Ну и Суша, вроде бы, наверное. Иди сюда, пожалуйста. Там все тайны. Ну еще момент. Момент такой, что я как бы уже хватит, наверное, надо молодежь нашу подключать. Но вот более серьезная, как мне это самое сказали, Фрося, возьмешься вот о болящих? Да, пожалуйста, я тебе буду помогать, ты позвонишь, что какие у меня сведения будут, я тебе скажу все. Давай берись, пока у тебя ничего нет, берись. Ну, вообще, хорошее дело. Это ответственное дело. И в то же время необходимое для всех. И Фрося ответственная. Да. Да, берешься? А Фрося есть у нас молитвенная поддержка? А Надя вроде вас занесли? Нет, меня нет. Вот. Надя вас занесли. Ну, значит, надо попросить Надежду Александровну, чтобы она ввела ее в молитвенную поддержку. Группу. В субботу было, в воскресенье. Ну, чтобы вот не это... пропускал. Ну, естественно. И чтобы не опаздывал, чтобы успевал подать. Это вряд ли. Это надо, чтобы человек все время здесь был, как Лена или Лариса. Ну, это пусть скажет, что я вернулся. Вечера? Значит, Лена Гладыщук только подходит, если никто не подходит. Лена Политыкина подходит сама. Да. За что кукушка говорит петуха? Я взвешивала все. Я не могу. Мы часто болеем. Мы зависим от транспорта. Это надо, чтобы человек мобильный был на своем машине. Ну, а если ты... Зачем предложение такое? Мы с тобой вот поговорили об этом. Вы а ты мне все ткнули равно, и все. А ты все равно... Все. Как я тебе сказала, это не подходит. Почему? А ты поднимаешь опять этот чего? Момент. Чего? Для чего? Самой надо браться больше. Я ради пользы делаю, чтобы кто-то был все время и подавал. А если я... Так, ладно, это оставим пока вопрос тогда. У меня вопрос к Ксении. Ксюша, расскажи нам, пожалуйста, как у папы там дела? Как у него там с его сотрудником? Не в курсе? Ну, он редко пишет. Ну, сотрудника-то у него, как состояние-то? Ответственность, она же на нем, наверное, все равно есть какая-то ответственность, как у старшего. И все эти группы, которые поехали. Надежда Дмуха говорила, что он лежит в больнице там у них. Она вроде говорила, вроде сюда его в Барнауле привезли. Нет, она вчера вот говорила. Я слышал, что он побежал, потом в больницу. Там, ну, тем там более об этом, почему не говорите. На прошлой неделе вот я не слышала. Наверное, не спрашивайте, он редко пишет нам. Он маме чаще не звонит. В молитвенной поддержке он есть. Хорошо. Этот парень, да, я скажу. Так, еще... Тетя Алла вот, знает по этому парню. Нет, по-другому. И Анна нету, брата. Где он, что он болеет? Второго брата тоже нету. Где они, твои братья? Они дома остались, у них там дела какие-то. Любовь Михайловна. А ты как? А, ну, я свободна, если сегодня туда, сама поехала. Сама поехала? Да. Сюда ее. Так они что вдвоем там? Кого... Папу охраняют или что? Не, я не совсем поняла, что у них там случилось.
Но они вроде как собирались после этого с утра что-то сделать и съездить в храм по Коронавласии. Вроде, Володя, похоже, наезжает. Ну, они меня не посвящают в такие дела серьезные. Ну, эти дела-то общие дела-то, быть на службе, это общее дело. Это литургия, это общее дело. Так оно и называется, общее дело, литургия. Поэтому это не особенные какие-то дела. Мы должны оповещать друг друга. Я могу сегодня, я не могу, я пойду туда-то. То есть болен, не болен, то есть мы должны знать. Это не просто так, что я встаю и говорю, вот, а что там случилось и почему? Потому что мы должны знать друг о друге все, ну, что вот касается нашей духовной жизни. Они вчера такое решение приняли, а я оказалась свободной, и я съездила с ними. Понятно. Инафа, здесь ты, здесь, значит, ну, надо о братьях тоже беспокоиться. Воскресенье приближается. Что вы хотели сказать о ком? Да, Любовь Петровна, но она в своем состоянии болеет, потом у нее просьба молиться о Боге, о сестре. У нее очень тяжелое состояние с болезнями. Вот эти ноги у нее лопаются, эти текут. Лечиться нигде не берут ее. Больница здесь кругом обошла. Что Бог даровал ей покаяние. Татьяна Ильинична из Воронежа прислала фотографии своего брата, который умер от осложнений, связанных с гангреной нижних конечностей. Это склеротические изменения сосудов нижних конечностей. Она обеспокоена состоянием нашего дорогого брата Игнатия. Она вот сказала, что нужно непременно обследоваться, нужно лечиться, чтобы не довести до того, как вот вы увидели, что было с моим братом. Татьяна Ильинична беспокоится о вас. Это мама Сергия? Да, мама Сергия, да. Так что молитесь, чтобы Господь так вот расположил Игнатия Тихоновича, чтобы не просто было, вот посетил врача и все, и ушел. Я лечиться не буду, мне все хорошо. Я вот святой водой помажу и все. Да, хорошо, святая вода, на Литву это хорошо. Дай Бог, чтобы это было так вот, чтобы была крепкая вера у всех у нас и у него тоже, чтобы мы общей крепкой молитвой сохранили его и ноги, и все остальное. Я да. В тему могу сказать? Да, да. Виктор Андреевич, ну вот не уходите. Вопрос к вам, в частности. Вы как доктор знаете там всю подноготную заболеваний Игнатия Тихоновича. Вот вчера братья и сестры проявили любовь. Вот эти сапожки, которые Игнатия Тихоновича, они у него такие закостенелые, они у него промокают, они там промерзают. В общем, вы их видите. Да, на ноги они действуют. Разрешите, я доскажу. И потом у него же с коленями там забота. Посмотрите, купили какие легкие сапоги, чтобы не было нагрузки на колени. Это Эва называется материал. Он не промокавший, не скользящий, он легкий. Вот что вы порекомендуете? Игнатий Тихонович уперся, мои сапоги лучше. Они теплые, они там внутри. Батюшка такие зимой носит. И хвалит такие сапожки. Александра ездит, вон по городу. Александра Михайловна, да, вот в таких же сапожках. Я сегодня обратила внимание. То есть как мы проявили любовь, вот наставник упирается. Дай в руки подержать, если снимешь, обидно. Порекомендуйте, пожалуйста, сапожки. Настойчиво рекомендую. И просим помолиться братьев и сестер из интернета, чтобы Господь расположил Игнатия Тихоновича, чтобы он проявил взаимную любовь к нам, ответила нашу любовь своей любовью и принял этот дар. Потому что это необходимо для ваших ног тем более. Это не потому, что барство вот какое-то. Это не барство совсем, это забота о вашем здоровье. Чем дольше вы будете здравы, тем больше будет пользы для нашей души. Поэтому мы вас молим, просим принять этот дар. Доктор вам рекомендует. Ладно, мы тут, знаете. Это не я рекомендую, это рекомендует вся медицина. Давайте я тебе еще скажу, добавлю. Да. Тоже не безызвестно. С 18 года у ревматолога постоянно написано рекомендации. Обувь. Ортопедические стельки. ЛФК. Ну, с 18 года, сейчас уже 23-й. Ну, наконец, вот сапоги такие есть, материалы такие есть. Не те, которые кованые под кошки, не для их. Хотите сохранить свои ноги благовестника? Будьте добры, примите этот дар. И не отказывайтесь.
Вот вы у Бога просите, просите у Бога, Господи, продли мне, да, здоровье хоть, чтобы я побольше послужил людям. Так вот, смотрите, это вот как бы инструмент для того, чтобы ваше здоровье-то продлилось. Как прекрасно, ноги благовествующего. Пусть они дольше будут. Примите с благодарностью и носите. Разувайтесь. Спроси, где мы были за неделю, пусть скажут. Да. Еще пойдем, 15-го. Вот. Также диагностический центр. Пойдем еще здесь, в поликлинике, обследовать внутренние органы. Поэтому не бумажки, там положительные результаты будут. Положительные результаты. Речь идет о том, чтобы пройти МСЭ, медико-социальную экспертизу, для того, чтобы получить группу инвалидности. А это в финансовом выражении будет. Это будут бумажки. Это будут уже... Зелененькие. Деньги, но дело в том, что для этого еще и заболевания будут выявлены, дополнительные, которые требуют, может быть, даже лечения особого. На меня смотреть не надо. А вот про это не надо, про заболевания. Мы не будем об этом говорить, но мы заботимся о том, чтобы для спорта как-то устроить и эту сторону. Духовное здравие, а надо, чтобы было и телесное здравие, физическая выносливость, еще впереди... Занятия в Потеряевке, еще впереди крещение, принятие гостей. Ну, извините, надо и как руководителя нам уже выпросить у Бога нашими лучшими молитвами, чтобы Господь расположил сердце нашего руководителя, и он принял то, что нужно. Так что разувайте. Переобуйтесь, пожалуйста. Переобуйтесь. Перезагрузку нужно произвести. Не надо. А вы знаете, что диагностический центр здесь? Конечно. Ну, мы знаем сейчас. А в каком году образован? В прошлом веке он уже образован. И существует. Лет 15 уже. Больше. Там большая висит такая золотая как доска стеклянная. И благодаря уму, настойчивости таких-то людей. Шохет Яков Нахманович, Перемнева Надежда Степановна, которых я лично знаю. Ну вот, тем более, почтите их память. Нет, там ничего нету, там полгорода, наверное, собирается, многоэтажка, все забито, и на колясках. У меня впечатление такое, что люди все больные. Скорее оттуда выскочить на воздух. Любовь Николаевна, скажите про Немцову, мы практически ничего не знаем. Надежда говорит, ты будешь писать больных. Я говорю, хорошо, при смерти никого нету. Остальные все больные. Поэтому всех писать невозможно. Я говорю, я буду только тех, кто при смерти. Ну да, писать. У психиатров есть две категории людей. Те, которые к ним обращаются, и которые к ним не обращаются. Еще разрешите мне сказать, я такое дело 12 марта. Память о ушедшей вечность немца Галины Васильевны. Она сюда приходила, молилась вместе с нами. Трудилась вместе с нами, распространяла и Слово Божие. И, как рассказывали мне, она уже давно была верующая, но в последнее время отошла. Дело в том, что были у нее и люди, которые за ней ухаживали. Посещали наши сестры, я там тоже была и посещала. Наследники получили это жилье от нее, доставшееся сейчас, переоборудует его. И... Когда дело пришло к тому, чтобы в прошлом году, 15 марта, нужно было вскрыть помещение, потому что она закрылась изнутри, вскрыли помещение и нашли, что она уже 3 дня, как заключение дали эксперты, находится в состоянии уже ушедшей души. То есть, ну, умерла она 13 марта, написали ей дату. Это будет у нас понедельник, помолиться этой душе. Так Господь устроит и упокоит еще эту душу. Как мы и хотели бы выше, да и уже ничего не получится. Без покаяния она ушла и занималась своим хозяйством, которое у нее было в большом количестве. Все последних ее кошек устроили в приют, выполнили ее завещание по ее оставшемуся хозяйству. Вот такая необходимость есть в молитве и поминовении этой души. Похоронить мы похоронили на Черницком кладбище. Хоронила я и тот, кто получил наследство. Наследники, кто имел у нас здесь
средств от нее, никаких не проявлений пока желаний, даже поставить крест и ограду, о чем я к ней обратилась, к этой сестре. Ну, пока вот и не там. Слава Богу за все. Благодарение Богу, что есть еще у нас возможность помолиться об этой душе. Вот у меня вопрос. Почему вы сейчас у вас прозвучало, без покаяния ушла? Да. Ну, а почему она верующая? Знаешь. Почему тот, кто наблюдал за ней, ухаживал? Да почему не вызвали священника? Как так? Ну, кто-то же все равно. Нет, не и как, и никого ответственного. Ну, а кто-то наследство получили, то получили. А человека отправили непонятно как. Верующий. Милые мои, давайте не будем, если человек уже ушел, мы об этом теперь уже говорить не имеем никакой необходимости. Вот зачем? Не надо выяснять об этом. Уже и не говорить. Почему? Так, давайте оставим наш вопрос, люди. Потому что мы не знаем, как кто знаем. Отходит. Мы знаем. Как кто уходит. Пусть регулярно. Оставайтесь, братья и сестры. Давайте оставим эту тему. Татьяна Кузьмична, Татьяна Кузьмична, остановитесь. Брат Валерий прислал... Написал, что он поправился от вирусной болезни, но у него теперь болеет колесница в очередной раз. Поэтому он не смог сегодня приехать сюда. Он сходит на южный храм, а потом заниматься своей колесницей. Прислал вот сейчас брат Фальбуев Николай. У них вторая волна. Надо что-то. Так что молитесь о них, как о болящих. Кручина еще не совсем здоровый, но выходит вроде из этой болячки. Еще у кого есть... Николай, это можно спросить? Вот там операцию вы писали, будет... Пока сейчас об операции даже и речи не надо поднимать, потому что после этой инфекции нужно восстановить иммунитет, как минимум через 3 месяца это восстановится такой иммунитет, и мы будем вопросы поднимать. Угу. Дело в том, что у нас была бы такая возможность в нашей больнице его прооперировать, но это отделение ликвидировали. Отделение кардиохирургии, которое было на высшем уровне, что называется, там свои подводные течения. Интересно. Вот сегодня только размышлял, что... Какой самый распространенный грех? Зависть. Это первый и самый распространенный грех. Отсюда и все эти подводные течения, это подсиживание друг под друга. Особенно это на уровне высших чинов там распространено. Но сейчас вроде у него, у этого заведующего, Дмитрий его зовут. Я с ним уже общался по поводу нашего брата Николая. Он... Посмотрел все документы, какие были после выписки из кардиологического отделения. Он сказал, что можно все сделать и одномоментно, и аортокоронарное шунтирование, и замена клапана. Но вот в таком состоянии, я, говорит, сейчас ничего не могу, ну, как определиться что-то. Вроде как он, как его брат сказал, они два брата, близнецы. Интересно, это сыновья моих однокурсников. Он был анестезиологом, а она была заведующей глазным отделением у нас. Династия такая врачебная. Замечательные люди. Второй брат у них уролог, и вот он, я с ним разговаривал недавно, на днях буквально, он сказал, что прорастает сквозь асфальт. То есть закатали, что называется, но он теперь вроде как прорастает, и это теперь будет... В кардиологическом центре. В кардиоцентре. Там вроде как он будет заведовать. То есть получается, получается то отделение, пока... которое было в вашей больнице, вот эта кардиохирургия закрыла? Да, да, да. И весь вот сколько человек там работало в этом отделении? Куда хочешь идти? Ничего себе. Да. Это там батюшки делали, да? Да, 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 да. Там же батюшки делали. Невероятно. Нет, ну батюшки делают там в другом отделении, там это быстро делается, это стентирование, это рентген операционный там, в другом отделении, ОРДМЛ так называемый. Ну вот так что помолитесь о брате Дмитрию, чтобы Господь устроил так, чтобы его оставили на должности заведующего уже в кардиоцентре, и чтобы нашему брату Николаю была оказана необходимая помощь. Еще вопросы, еще пожелания, еще благодарности.
Игнатий Игоревич, ну вам слово. Говорите, сразу начните с сапог. Да, сперва разувайтесь. Разувайтесь сразу, сейчас давайте переобуемся. Я скажу, сейчас сижу, у меня левая нога, как будто чувствую, лопаются какие-то, вот как пузыри бывают, все время как что-то щелкает. Ну как-то можно было, лекарства никакого нигде не назначают, только все осматривают, осматривают. Если бы платить деньги, тут бы, наверное, уже город построить можно. Сколько меня возят-то? Городская больница? И что? А сколько выписки с собой? Не знаю, лечение. Ну, даже это осмотр. А потом я тут диагностику. А потом, куда ходят? Первая городская больница. А потом где-то там еще что-то. Мне по всему было. А ничего никакой, это, ни лечения, ничего нету. Игнатий Игоревич, можно сразу? Вот вы говорите сейчас уже два раза сказали, что лечение никакого не назначено. Назначено лечение. Другое дело, что вы, кроме ФПК, ничего не делаете. И не принимаете. Это другой вопрос. А что лечение назначается, вы его не принимаете, потому что ни внутрь, ни парентерально, ни через рот вы не принимаете ничего. Нет, я делал это, мне стало хуже, нога прямо совсем. Я поэтому сразу, вот которое электричество назначили-то там, это, и эти-то, у меня наступить не могу, а сейчас я хоть хожу. Это электричество, вот это ваше, не знаю, самовнушение, потому что я сам это принимал. Вот она сидит. И она сразу поняла это, от меня им говорит, это мне вредно. Она врач, ее тоже не спишешь. Ну, я-то тоже врач, и я знаю опыт людей свой и других людей. От этого фонографии этой ничего не хуже не становится, только улучшается состояние, потому что это способствует улучшению лимфотока, кровотока. Поэтому, да. А вы что-то пропустил, что он перед этим сделал марш, бросок на... За новый мост. На новый мост. Да, ну естественно. За новый мост и обратно. Вот вам и ухудшение. И связали это с тем, что вы принимали это лечение. Это никак не вяжется. Это там другое время было. Да какое другое? Именно в свое время было. Хорошо было. Вот и дошли до этого. Ну скажи, Любовь Николаевна. Не надо. Вот Любовь Николаевна, вы говорите, скажи, Любовь Николаевна. Любовь Николаевна вчера сказала, сапоги. Нет, не надо сапоги тут. Тут другое дело-то, что когда делали это, она смотрит, видит, она говорит, отложим это. Я же не могу на это лечь. Так, я снимаю с себя ответственность за то, что Любовь Николаевна делает. Она часто принимает решение противоположное тому, что я говорю. Ну, ради Бога. Давайте консилиум отменим. Все. В другом обращайте случай. Так, ну и договоритесь, я там еще скажу. Не всем, мы сейчас посмотрим. Вот про сапоги они договорились, Игнатий Тихонович. Да про сапоги это. Ну вот видите. Нет, это важный момент. Очень важный. Важный, очень важный момент. Одна из рекомендаций. Вот сейчас нет этих рекомендаций. Вы говорите, нет, не назначено лечение. Лечение назначено. Четкие рекомендации по пунктам. 1, 2, 3, 4. Из него, из всех этих пунктов вы делаете только ЛФК. Все. А говорите, что не назначено. Держи врачи, ноги которые в тепле. Ходят там, я говорю, в больницах ничего не назначают. Я про них сказал. А голову холодно. У них одна задача. У них вам определить нужно состояние венозной системы, состояние артериальной системы. Она дает заключение, она не дает, не назначает лечение. Лечение назначает лечащий врач. Это ревматолог или это терапевт, который смотрит все эти обследования. И тогда уже назначает. Ну кто как? Вы в поликлинике, у вас есть выписка из поликлиники, там 1, 2, 3, 4, 5. Вы делаете это что? Ну она что? Я пришел, сделал вам одно, второе. Нет, не делаете. Давайте за обувь и все. Нет, вы же это делали, что назначили. Не назначили. Не делают, вот она стоит обувь, вы ее не берете. Теперь это тоже лечебное мероприятие, поэтому с этого мы и должны начать. У меня здесь 4 пары сапог, мне некуда не ставить. Не надо 3 пары сапог. Их выбросить. 2 пары валенок. Их выбросить. Деревья 3 пары. Что, с какого года выпускаете сапоги? 73-го. Ну так они же, наверное, тоже срок годности у них, у каждого. Нет, есть? Они хорошие. Хорошие. Правильно, можно говорить, что это хорошее, а это плохое. Вот это плохое? Почему плохое? Ну а если не плохое, почему не принимаем? Даже ложить некуда. Кто я такой, чтобы... 4 пары у меня здесь. Да перестаньте, вы, Игнатий Игоревич, вот 10 пар, если они негодные. Вот поставьте 10 тракторов, и они негодные. Да годные, годные. А этот не принимаете. Что годные? Вон у барабаша сколько комбайнов стоит там? А годный один? Да. Вот и все. Отдайте вам. Мне, у вас 8 сапог, раздайте побратьев. Найдутся люди, которые ваши сапожки возьмут. А вы оденьте то, что для вашего здоровья.
А вы не слышите этого? Мне отдайте. Мы в дар примем их. Как? Мне сапоги. Мы примем отдайте. Ваши сапоги, дайте мне, а эти возьмите. Да вы что говорите? Он сказал хранить. Ну хранить мы похороним в этих сапогах, не вопрос. А ходить, допустим, пока я сапоги подписываю, в которых я заламинирую. Вот они, пусть они лежат, мы их и похороним. А сейчас ходите в этих. Там гроб стоит сделанный, я заплатил за него, принесли все. Хорошо, вот похороним в тех, которые вы заповедали. А сейчас, пожалуйста, примите. У меня здесь сколько там говоришь, у меня новые, мне трудно надевать их даже. Да вы еще не одевали их. Нет, я говорю те, которые у меня есть. Поэтому... Ну, трудно одевать, потому что они, там, их, они деревянные уже стали. Да они новые совсем. Ну, они не если не ношенные, они будут тоже... Да. Кожа там засыхает. Мне Николай сделал на них вот такой подкопки. Слой железа. Вот извините, начнем все расходиться. Закончим эту тему. Простите, пожалуйста. Простите, не пожалуйста. Уже люди расходятся. А что вы мне рассказываете? Тогда врач, заметь, врач осматривает, что-то пишет. И сразу, а что у вас так это пишет? Которая она выписывает болезнь, пишет неряшливо одет. Я знаю, как... Какое отношение это имеет? Моя опыта. Не доказано, что ничего. Хорошая встреча произошла с окулистом. Он в другой организации приходит 4 часа. А у нас встречали. Она с его Николаевским разговаривает, а я сидел молился. А потом как познакомились, так он еще Бога благодарил, что встретились. У вас еще что-то есть? Да еще у меня нет. Давайте завершаем, а то уже люди ушли. Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, ты, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи! Защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милостивый Господи, прими молитву нашего воздеяния рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Боже. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебя на небе и на земле. Ты сотворил этот мир, и как зиждитель сохраняешь его. Ты, Господь, знающий все прежде бытия, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и наши молитвы исполни о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй, и о незаповедавших. Отверзи им двери покаяния, ибо за гробом нет покаяния. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Я прошу ничего мне не покупать без моего разрешения. Понимаете, мне тяжело это даже, и брать и проще. Все перенесли, это вот такие вот 100 рублей каждая стоит. Вернуть назад, сказал. Я не могу это принять.
Ну, маленько, сделайте снисхождение-то. Вот должен надеть, должен съесть. Мне что, своих продуктов не хватает. Да мы там к вам делаем снисхождение, вы не делаете к нам снисхождение. Снисходите, пожалуйста, оденьте сапоги. Нет, это не я буду. Не схожу, не схожу, не... это не я буду, все. За мной вот откупили, подожди. Это гордыня, Игнат Тихонович. Ну, бросьте. Да, да, гордыня. Ну, почему не могли на Пахоме надеть старую одежду? Да ну... Пахоме великий, 11 тысяч монахов у него... Постирали его одежду. Говорит, а сколько можно арбанье убрать? Это просто одежда. Вот это вы сами не понимаете. Это не одежда, он это мне, обувь, которая нужна для ваших ног. Послушай, для здоровья. Он это перебирает, а их 11 тысяч этих. Нигде ничего нет. Он стоит. Так. Монахи собрались. Слушайте, записи остановите, его. Пожалуйста. И все. Вы, братья, ну, просто, это не вам. Одежду сравнивайте. Это для чтобы ноги не промокали, чтобы не голову помыть. Не промокают. Все. Лена, это, опроси, это, кто будет на занятиях. Ты остаешься?